1 и 2 июня 2015 года в Москве состоялся 6-й международный Пласт-форум. Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2015. Это одно из самых выдающихся мероприятий в индустрии. Много людей, много мнений, много новой интересной информации о рынке. Такая очень приятная атмосфера, потому что чувствуется, что сюда люди приходят работать, и это так создает очень хорошие условия для выступления и для восприятия того, что говорится. Как всегда, очень приятно видеть много специалистов, много экспертов рынка. Мы всегда с интересом смотрим и слушаем презентации о состоянии рынка, о прогнозах на рынке, как в России, так и за рубежом. В этом году здесь что-то необычайное. То есть всегда форум был весьма посещаем, но сегодняшний форум, он просто необычный. И по количеству участников, и по содержанию докладов, и по структуре. Мне очень нравится сегодняшнее мероприятие. Очень интересные выступления. В этом году форум превзошел себя и все предыдущие. Интересно быть на пике инноваций, отслеживать интересные новинки, которые реализуются в нашей области, да, то есть и смотреть, что нужно людям, что нужно компаниям, которые внедряют эти новинки, и быть на гребне волны. Мне очень приятно, что Пласт-форум не просто существует, что он развивается, что он каждый год приносит что-то новое не только с точки зрения технологий, связанных с платежными сервисами, но и с точки зрения организации. Мероприятие в этом году посетило более 1100 представителей банков, госструктур, компаний из платежной и смежных отраслей. С докладами на конференции выступили 50 российских и международных экспертов. 45 компаний представили свои решения на выставке оборудования и технологий в рамках форума. Very relevant to our industry. We've been to other exhibitions in Russia over the course of time that have been a bit more generic about IT security. So we can very much link into what's going on in Russia here at this venue. Сейчас, очевидно, одна из наиболее интересных тем – это создание национального платежного пространства, потому что это не только создание некоторых институтов, которые, безусловно, нужны, но и также использование существующих механизмов и структур для каких-то новых возможностей, которые сейчас преследует индустрия. The future of payment is innovation. We will see dramatic change in the next few years in the way that payment will be done. Коллеги, участники этой дискуссии, они сошлись в одном, то, что клиенты будут общаться с помощью смартфона, то, что мобильные операторы помогают банкам понимать клиента, и то, что на самом деле клиент обучает и банки, и мобильных операторов. Это, наверное, самое инновационное и интересное. Великолепная организация, очень интересный состав участников. It's quite interesting to really see broad range of customers from payment side, banking side, over the government ID, even up to the transport side of the business. And it's a quite good mix of people we meet here. На этой выставке собираются большинство клиентов, которые внедряют самые передовые технологии в нашей отрасли, что, естественно, позволяет нам в разговоре предложить им наиболее перспективные и наиболее новые решения нашей компании. Мы понимаем, сколько усилий требуется для того, чтобы собрать такой представительный форум, для того, чтобы провести его на высоком уровне. Well, I think I was really surprised. I was here in 2012, and I think it's grown a lot since those days. Certainly, the audience was much, much larger. I think they're quite participative. И из года в год впечатление складывается все лучше и лучше, потому что здесь можно набрать огромное количество полезных контактов и впоследствии, в общем-то, с этими контактами достигнуть очень важных и продуктивных договоренностей. Это одно из лучших мероприятий, на которых я побывал за последние месяцы. Можно разве что пожелать организаторам удачи и в следующем году, чтобы этот форум прошел не менее плодотворно и интересно, чем в этом году.